Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.бз. Темно так. Только вот не надо вот эти... А сегодня раньше. А нас тут же учимся, да? Да. Где ты там, наша зайка? Катя, у нас 5 пиц. Да, мы тут еще тусим. Бакарди пьем. У нас все отлично. У нас все на мази. Мы не собираемся отсюда уезжать даже сегодня. Настя, я с котлом. С Кридом. Передай ему привет. От меня, особенно от меня. Когда вы такая девочка? От Яны Планатки. Самая-самая. Мы перескакиваем. Самая-самая. Ага. Сидите за мои ноги. Это у тебя все на мази, сучка? Ее улыбка, мама, самая-самая. Да, она с Кридом тусит. А Крид вообще зажиравшийся козел на самом деле. Всем привет. Вчера собрал и расплакался на концерте. Да? Такой весь милашка. Он расплакался? Да. Посмотрите видос, он расплакался на какой-то песне. Это было очень смешно. Это не смешно. Это смешно. Чистая показуха. Ребят, мы... Я предлагаю нам не Мы тухнуть. Сейчас будем играть в Imaginarium. Ну что? И пить Бакарди. Продолжать нашу тусовку. Михан здесь. Михан только сегодня приехал, правда. Такая беда. Что-то он засыпает, залипает. Одна я тут веселая самая, как всегда. Спасибо, Анечка, и тебя с праздником. Пусть у нас будет много цветов каждый день, много конфет, подарков. Хорошо. Я хочу, нет, я хочу, туфли Джимми Чу и айфон хочу. А я реально хочу Джимми Чу, айфон и на Бали. Но я всего этого достигну сама. Ральф 1488, я знаю, кто ты. Папиросим, матросим. Мэр, привет, мэр. А у меня новая кофточка. Красивая. Это наши друзья. Илья. Ты куда пошел? А? Ты куда пошел, Илья? А мне сделаешь чай? Нет. По-братски. Вообще-то сегодня мой день. Михан встал, поклонился мне. Михан. Михан. Никто не хочет в мой день услуживаться мне. Что за фигня? Что происходит? Расскажите, как проходит ваш день, 8 марта? Чувствуете ли вы что-нибудь особенное? Никак? А цветочки? Сейчас покажу, какие нам мальчики подарили цветочки. Это было так приятно, неожиданно. Покажи корзинку. Корзинку, Настя. Вот. Какую корзинку? Вот это. Вот это? Да. Что это за херня? А, это реально вы подарили? Букет лета. Сейчас не лето, ну да ладно. Пух Дашка пришла к нам. Сразу ставит лайки. Так, вот эти наши цветочки. Вот они хорошие, красивые. А кто нам подарил? Вот эти пупсики. Да, пупсик? Ага. Илюх, как себя чувствуешь? Отлично. Отлично? Лицо, правда, после душа скинул. Так, сейчас идем к следующим нашим друзьям. К самым главным организаторам. Босс Кирюха.
А, ну все самое главное. У тебя все хорошо, Лерор? Вот он. Не, ну, нельзя. Все, нельзя это снимать. Ладно, приеду и встретимся обязательно. Там важные разговоры. Давай, с праздничком. Ирка, приветик всем. Уже 7 просмотров, что ли? Нифига себе. Вам что, совсем делать нечего? Я вчера успела заехать в шоурум. Потом поработать. Приехать к своим друзьям. Повеселиться. А сегодня я овощ. Просто ничего не делаю. Иногда можно, правда? Что за ужас? Думала, такого уже не пишут. Андрей Пискун. Откуда вы все беретесь, расскажите? Откуда вы, ребятки? Мод сели, чё сели? А чё такое? Мод сели, чё сели? Тур-тур. Даша, я знаю, что это ты. Ой, не только Даша. Ладно, короче, что-то я тухну. Вам хорошего дня, побольше цветов, любви и подарков. Какой-то придурок. Я сейчас его заблокирую. Опа. Нафиг пошел. Да какую-то херню пишет. Илья, ты бы с ними разобрался? Конечно. Спасибо. Что значит нет? Что? Конечно, не Понимаешь, Илюха не хочет меня защищать. Ну, такие у нас парни. Только о себе думают. Что началось-то? Да я вот и говорю истинное твое лицо. Я твое истинное лицо наизусть знаю. Ой. Какой фильм посмотреть? Посоветуйте. Боже мой, откуда все эти люди? Крякуша. Кретенок. Как тебе я? Сколько дашь? Как думаешь, сколько? Крякушка. 54. О, это шутка. Не, если серьезно. Ну, лет 25. 25 мне дашь? Поехали в Таиланд, я согласна. Живем в удовольствии. Тетка, стареешь. Какая я тетка? Мы молоды, молодая кровь. Молодая кровь. Илюх, ну куда ты опять-то пошел? Я чай пью. Заварим подружке чай. Ты же мне не говорил. Чай очень сильно плохой. Илья, сегодня чей день, я не пойму. Ты вообще должен на коленях стоять. На коленях стоять должен. Почему они меня не понимают, эти парни, а? Ну почему? Элементарно же. Сегодня мой день, сегодня я королева. Все мы королевы. Ладно, все мои друзья ушли в другую комнату, поэтому я пошла за ними. Ждите наши трансляции, скоро будет еще. Всем хорошего дня. Всех целую, люблю. Всегда ваша Корясик. Бля, какой придурок. Заблокируем. Все. Целую.